Всем привет! Сегодня у нас октябрь месяц. И решил я переплавить уже второй раз воск. Вот такое количество восковых блоков у меня получилось после первой переплавки. Сейчас я их взвешу приблизительно, сколько это. Воск этот получился вот с таких вот рамок, которые уже вывожу с работы. Посмотрим, сколько получилось. Сейчас нагрел воды в баке, закипятил. Немного покрошу и попробую залить, сделать суцельные блоки, чтобы в дальнейшем обменять их на готовую лощину для использования уже в сезоне 23-го года. Поэтому здесь вот у меня вода кипятится. Горит костер. Сейчас посмотрим, сколько здесь килограмм. Здесь вот почти 11 килограмм. Еще 6 килограмм. Папа, бабочка сейчас плывет вверх. Ну, еще 6 килограмм. Получается 11 и 12, ну 20 с чем-то килограмм воска. Все, сейчас будем переплавлять. Воск расплавился, даже можно сказать, наверное, закипел. Я думаю, здесь в районе килограмм 12 чистого, может быть, 15 воска. Сейчас я просто возьму пластиковое ведро, на дно налью немного воды и через сито, такое вот самодельное сито, сейчас залью этот воск в ведро, и он потом будет в нем остывать. Все, получилось целое ведро. Сейчас я его, чтобы она плавно остывала, просто накрою крышкой и будет остывать. Также и наполняю второе ведро. Вышло у меня вот одно, вот такие вот он сейчас будет остывать. Три ведра воска. Посмотрим, остынут. Ну, здесь вот третье уже. Тут будет с водой немного больше, может быть,
такое, мы на дальнейшую переплавку, чтобы более чистым сделать. Прошло несколько дней, остыл наш воск. Сейчас посмотрим, что у нас получилось с этого. Вот наши ведра. Отошел он. Сейчас мы сольем. Оп. И такой вот. Смотрите. О. Все вот. После второй переплавки получается у нас вот такой вот блинчик воска чистого. Нижняя часть здесь почистится. Отлично. Красиво, конечно. Потом взвешу. Посмотрим, сколько это будет. И второй кусочек у нас. Ведерко. Тоже отошел воск. О, здесь смотрите, это первичный, что, наверное, вода была. О, этот помощнее, смотрите. А это второй у меня кусочек такой воска. Вот такой вот воск получился. Чистый. Неплохого качества. Обменяю этот воск на вощину. Такая красота. Такие куски чистого воска. Осталось у меня еще килограмм 10 тоже воска пластинами. Тоже его переплавлю. Вот такой вот получился воск. Очистил я. Тут примеси небольшие были, темные. Снял эти примеси и получились вот такие вот катушки воска. Сейчас мы его взвесим и посмотрим, сколько его вышло. Ровно 12 килограмм показывают нам весы. После взвешивания вышло у меня 12 килограмм воска. Скажу, что это как бы немало. Ну, столько я приблизительно и говорил, когда переплавлял. Осталось у меня еще на переплавку где-то столько же. Тоже 12 килограмм воска. Переплавлю и уже в районе 25 килограмм, 24, я повезу менять на вощину. Поэтому либо буду изготавливать вощину. Есть у меня одна идея со своего воска. Конечно, это был лучший вариант, потому что большинство производителей вощины, частично компенсируя потери, добавляют парафин. Ну, опять же, в определенных пропорциях, чтобы соответствовать каким-то ГОСТам, нормам. Но это не в лучшую сторону для самих пчеловодов. Поэтому, собственно, при изготовлении вощины было бы наилучший вариант. Но это хлопотное, трудозатратное дело, поэтому будем искать альтернативу. Либо менять, либо изготавливать из своего. Все, друзья. Вот такое вот видео получилось. Кому было интересно, заходите на канал, смотрите видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии и до новых встреч!